Итак, всем привет. Сегодня к нам на обзор попал телефончик 8800, Nokia 8800. Вот такой вот коробочки черный, стандартный. Есть у него такая вот штучка. Так, здесь мы, кому интересно, 8800 Sirocco. Телефон голдовский должен быть. Сейчас посмотрим. Вот и телефончик. Значит, здесь у него мало. Вот. Чешуя это такое. Непонятно, какая-то брошюрка. Ладно. Телефон я пока еще не буду. Так, сейчас посмотрим, что там у вас в коробочке. Так, у нас еще тут мануалы. Да, мануалы. Диск есть. Так, что у нас здесь в коробочке? Значит, зарядное устройство. Ну, okay. Есть док-станция к телефону. Есть чехол. Вот такой вот чехольчик. Тоже голд. И есть стереогарнитура. Такой вот у нас комплект поставки телефона. Так, а телефон. Надеюсь, тут не села батарея. Сейчас посмотрим. Угу. Так и не насела. Ну, глянем сейчас коротенько. Что тут у нас? Вот такой вот аппаратик. Качество сборки вроде неплохое. Телефон тяжелый. Довольно-таки граммов 200, наверное, около того. Металлический. Эта крышка пластиковая, потому что здесь антенна находится. Эта крышка металлическая, ну, корпуса металлический. Сейчас подумаю, даже слышно. Щелкает. Ну, сейчас я его тогда подзаряжу и посмотрим, что там у него внутри. Итак, телефон я включил. Сейчас посмотрим, что там у нас по программному обеспечению. Сейчас еще раз внешний вид покажу. Телефон, конечно, выглядит суперски. Итак, смотрим. Звездочка. Итак, и вот информация по телефону Nokia 8800 Sirocco. 2007 года выпуска. Конечно, выглядит отлично. Все, всем спасибо, до свидания.